Совместный концерт Дэйва Гэна и группы Massive Attack еще не скоро забудут их русские фанаты, включая меня лично. Ну а нашей съемочной группе удалось не только побывать на концерте, но и снять суперэксклюзивное интервью с мировыми звездами. Сейчас на сцене Олимпийского выступает группа, которую я ждал так же сильно, почти так же сильно, как Наталья Имбруглио, группа Massive Attack. Я уверен, что очень многие, собравшиеся здесь, безумно рады, что они в Москве. Точно так же, как и рады Дэйву Гэну. Совершенно уникальное событие — выступление Дэйва Гэна и группы Massive Attack сегодня здесь, в Олимпийском. После русских групп «Дети Пикассо», «Руна» и «Moscow Groove Institute», которые выступали на разогреве у метров мировой музыки, на сцене появился Дэйв Гэн, лидер группы Depeche Mode, который с недавнего времени увлекся сольным творчеством и выпустил дебютный альбом «Paper Monsters». Поведение Дэйва на сцене порой напоминало ритуальные пляски. Драйв и пластика Дэйва были в лучших традициях игги-попа Ника Кейва и Мика Джаггера. И все же он остался Дэйвом Гэном, единственным и непревзойденным. Он исполнил многие песни из альбома Paper Monsters, а также вечные хиты Depeche Mode. Какая песня была вчера самой сильной, как ты думаешь? Для публики? Ну, скорее всего, это был Personal Jesus. А для меня... Я всегда получаю огромное удовольствие от песни Bitter Apple из моего альбома Paper Monsters. Пожалуйста, опиши сам свой сольный альбом в нескольких словах. Он очень хороший. А, ну хорошо, лаконично. Ты сотрудничаешь с какими-нибудь другими исполнителями? Ну, например, дуэты? Да. Я вызвал на бой 3D. Мы дрались на мечах перед концертом, но никто не победил. Ну, мы просто развлекались. В музыкальном плане мы занимаемся слишком разными вещами. На протяжении всего концерта ударник из группы Дэйва Гэна радостно произносил единственное слово, которое он знал на русском. Это слово оказалось матерным. И такой вопрос. Твой ударник, Виктор. Да, Виктор. Он классный? Да, он очень классный. Он потрясающий. Он мой старый друг. И он вчера отчаянно матерился со сцены. По-русски. Интересно, кто его научил? А, кажется, я догадываюсь, кто его научил. А ты можешь сказать то же самое в камеру? А что он сказал? Он что, так и сказал? Да, он так сказал. Вначале ты по-русски сказал, что это великолепное место, а потом он все время матерился. Не, ну а что, правильно, здесь действительно очень клево. Скажи еще раз, как это звучит? Меланхоличный гений электронной сцены группы Massive Attack появилась на сцене после Дэйва Гэна.